Смотрится неплохо. Вот так. Дайте волю вашим кисточкам. Они продолжение ваших рук. А знаешь, она права. Это так прикольно. Эй, осторожнее. Извини, я случайно. Что ты делаешь? Получай. Хватит. Эй, прекратите. О-оу. Кажется, у нас проблемы. Есть только один выход. Что? Что? Что произошло? Это реально круто. Вот ваше первое задание. О, так романтично. У меня получится. Мэтью? Что ты делаешь? Твои руки такие мягкие. Ты такой странный. Я раньше не замечал, как ты прекрасна. Ах, да ладно. Ага, есть идея. Складываем ручки вместе и начинаем рисовать. Получится двойное сердечко. Это дает объемный эффект. Выглядит классно. Что? Секунду. Простите, девочки, я занят. Мое сердце принадлежит лишь одной. И это Стейси. Она идеальна. Ого, только посмотрите, чудесно. Мне нужно что-то нарисовать. И у меня есть крутая идея. Сложим кончики вот так. Цвета смешаются. Проще простого. Кажется, достаточно. А теперь самое интересное. Начинаем закрашивать сердце смесью красок. Эффект такой необычный. Супер. Прямо как радуга. Погляди, Стейси. Как тебе это, Лили? Ты творчески использовал краски, Мэтью. Это необычно, Стейси. Но победитель очевиден. Это Мэтью. А, спасибо большое. Это для тебя, Стейси. О, благодарю. Какой вкусный попкорн. Где мои манеры? Спасибо, Мэтью. Лови. О! Внимание! Хороший бросок. Ничего себе! Что? Эй, этот имидж тебе идет. О боже, это так смешно. Что происходит? Эй, я птичка. Как круто! Ты такой мягкий и пушистый. Ребята, не забывайте про челлендж. О, я совсем забыл. Дальше у нас умилительный цыпленок. Без проблем. О, еще попкорн остался. Может быть, зерна можно использовать. Насыпаем их на бумагу, на которую нанесен клей. Встряхиваем лишние зерна и вуаля, цыпленок. Вау, отличная идея. Использую золотой слиток. Я всегда ношу парочку с собой. Нанесем золотую стружку на бумагу. Постой, у тебя золото? Кто же ты такой? Достаточно. У меня милый золотой цыпленок. Поглядите, как он блестит. Он и правда милый. Кого ты выберешь, Лили? Трудный выбор. Они оба хороши. Хотя один из них сделан из золота, а другой из простых зерен. Знаете, пусть будет ничья. Поздравляю вас! Да! Думаю, это честно. Нужно приготовиться к следующему раунду. Думаю, время пришло. Стейси, это для тебя. Надеюсь, тебе понравится. Ты серьезно? Нет, я не могу. Подарок для меня? Нет, это для Стейси. Правда? Интересно, что это? О, вот это да. Что? Это просто дурацкий единорог. Невозможно понять женщин. А, это от моего парня. Он лучший. Я буду дорожить этим вечно. Кстати, это идея для следующего раунда. Единорог. Ты шутишь? Ладно, приступим. Нет, так дело не пойдет. Такой мягкий. О, здесь есть что-то еще. Это конфеты? Запах точно похожий. Вкуснота. А? Что такое? Минутку. Я придумала. Начинаем рисовать. Нарисуем контуры единорога на листе бумаги в клеточку. А теперь обведем контур. Поверьте, будет здорово. Дальше нужно добавить детали. Это будет грива. Закрасим по контуру, чтобы рисунок выделялся. Добавим единорогу цвета. Получится так красиво. Важно не заходить за линии. Сделаем рог разноцветным. Последние штрихи. И готово. Лили, я закончила. Время почти вышло. Что? Но как? Что же мне делать? Придется сдавать это.
А, прошу. По крайней мере, ты попытался. Отлично, Стейси. Выглядит чудесно. О твоем лучше промолчать, Мэтью. Стейси побеждает. Иначе и быть не могло. Да, я знаю. Да, я так и думала. Хе-хе, это будет отпад. Эй, Стейси! Зачем ты это сделал? Потому что это смешно. Ты прямо как ребенок. В эту игру можно играть вдвоем. Теперь уже не так смешно, да? Так тебе и надо. Ты шуток не понимаешь. Меня не победить, Мэтью. Неужели, Стейси? Ну, давай. У тебя нет шансов. О, возможно, я совершил ошибку. Мне нужно победить. Откуда у тебя такая сила? Сдаешься? Что вы делаете? Хватит. Я серьезно. О, это она начала. Начинаем следующий раунд. Тема «Животные». Звучит довольно туманно. Что мне нарисовать? У меня есть задумка. Добавлю красок к отпечатку ладони Мэтью. Нужно заполнить этот пробел. Теперь можно дорисовать вот так. Для начала клюв. Глаз нарисуем корректирующей жидкостью. Когда она высохнет, добавим точку черными чернилами. А сейчас нарисуем ноги. Желтая краска подойдет. Получился фламинго. Мне нравится результат. А ты что скажешь? Вау! Но я смогу сделать лучше. Стейси уже сделала все самое трудное. Мне осталось добавить мелкие детали. А это очень весело. Готов весь день этим заниматься. Можно дать волю воображению. Теперь нарисуем тигра. Разве не суперский тигр? Ничего сложного. А это красное пятно будет рыбой. Лили же сказала нарисовать зверей. Тут целый зоопарк. Как насчет лягушки? Я закончил. Пожалуйста. Признайся, тебе завидно. Кто победил, Лили? Да чего мило, Мэтью. Ого, какой креатив, Стейси. Я люблю фламинго. Так сложно принять решение. Думаю, вы оба заслужили победу. Вы отлично поработали. Да, иди сюда. Мне так нравится твой рисунок. А? Что это за звуки? Думаю, это мой телефон. Как это здесь оказалось? У тебя в сумке столько вещей. А, мой единорог. Ага, нашла. Алло? О, привет, как дела? Куда ты пошла? Похоже, ее не очень волнует челлендж. О, окей. Пусть этот пупит будет вдохновением для следующего раунда. Хм, что бы мне сделать? Тут должно быть что-то, что можно использовать. Минуту! Как насчет этой скалки? Для начала нанесем на нее вот такие точки. Вот, по всей поверхности скалки. После красной возьмем оранжевую краску. Используем по очереди все цвета радуги. Это так расслабляет. Почти готово. Вот, хорошо. Теперь покатаем скалку по листу бумаги. Вот так, осторожно. Хочу, чтобы вышло красиво. Не торопимся, медленно и бережно. Глядите, так похоже на пупит. О, а если... Что я пропустила? Ничего особенного. Я пупит! Круто, правда? Лили? Это так здорово! Гляди, Стейси! Знаете, вы смотрите смешно. Может, это ты здесь не в тему? Я совсем запуталась. Погляди на мой рисунок. Так похоже на нас. А что у тебя, Стейси? Ты ведь что-то нарисовала? Нет, конечно. Я говорила по телефону. Я разочарована. Мэтти побеждает. Да. Может, тебе в следующий раз повезет. Мне пора сменить друзей. Этот раунд был финальным. Не терпится узнать результаты. Давайте подсчитаем очки. Итак... У меня хорошее предчувствие. Мэтью выигрывает. Поздравляю. О, да. Вау. Я круче всех. Вот твой приз. Золото? Ты знаешь мои вкусы. Это так нечестно. Я мечтала победить. Ну, если для тебя это важно, вот, держи. О, что? Ты серьезно? Ого, как трогательно. Обожаю счастливые концовки. У меня и так много золота. О, зацените следующий раунд, ребята. Понимаете, о чем я? Это будет интересно. И моя тарелка определенно лучше. Видишь? У него столько разных цветов.
Эй, а как насчет меня? Ну, не знаю. А, не повезло. Печалька, ты просто невыносим. О, минутку. У меня есть свои хитрости. Нет. Воу! Эй, что ты делаешь? А, впрочем, ну, конечно. Бум! Даешь больше цвета, детка. Желтый. Ух ты! Разве так можно было? О, все нормально. Нужно сделать другие цвета. Например, красный. И коричневый, разумеется. Не забудем про синий. Вы готовы к волшебству? О! Воу! Просто невероятно! Все цвета в наличии. Поехали! О, я точно готов. Ха! Пусть выиграет лучший блинчик. Команды используют разные техники. Трудно сказать, какая из них окажется успешной. Я должен победить. Осторожно, осторожно. Прекрасно. Очертание выходит идеально. Все как надо. Пока оба выглядят очень похоже. Но вот и шанс проявить мастерство. Главное не выходить за линии. Да, я супер. Оцените эти четкие линии. Он думает, что его блин лучше. Это мы еще посмотрим. Похоже, мы оба закончили. А теперь момент истины. Переворачиваем. А, изумительно. Но не хватает чего-то особенного. Не хватает блеска. Золото всегда выручит. Знаете почему? Поглядите на эту красоту. Воу, реально дорогой блинчик, но мой не хуже. Эй, судья, мы готовы. Вау, этот смотрится очень вкусно. Хорошо, правда? Я и не сомневался. Этот выглядит невероятно красиво. А на вкус отвратительно. Это несъедобно. Ты победил. Правда? Да ладно. Раз, два, три, начали. Цветы? Ладно, должно быть просто. А это обязательно? Я не знаю, что делать. Минуту. Думаю, есть идея. Да, я гений. Разложу на бумаге свои украшения, а сверху нанесу краски не очень толстым слоем. И я использую разные цвета. Окей, кажется, готово. А теперь подцеплю цепочки кончиком кисти и потащу их по бумаге. Цепочки оставят яркий след, это смешает все краски. Вуаля, моя версия букета. Неплохо, верно? Ого, впечатляет. Теперь можно заняться макияжем. Это мой шанс. Нужно выглядеть безупречно, поддерживать репутацию. Да, отлично. Именно то, что мне нужно. Теперь я могу создать свой цветок. Нанесу краску этой кисточкой для макияжа, а затем переключусь на зеленую краску. Смотрится отлично. Осталось добавить детали. Вот и все. Да чего красиво! Надо положить на место. Что ты делаешь? Ничего. Хорошо, не отвлекай меня от макияжа. Я выгляжу роскошно. О, время вышло. Ну, что вы думаете? Поразительно, верно? Мой более изящный. Отличная работа. Очень интересно, Сара. Я знала, что вам понравится. Не может быть. Что тут смешного? У тебя на лице краска. Моя прекрасная кожа, о нет. Это настоящий шедевр, Сара. Покажи его миру. Ваши рисунки восхитительны. Вы обе умницы. Ладно, в этот раз я первая. Ничего себе! Это гигантский пончик. Думаю, для декора пригодится вот это. Помещу маленькое вот тут, а большое здесь. А теперь возьму цветную глазурь. Эй, помоги мне! Возьми красную. Нальем все сюда. Хорошо, этого достаточно. А теперь обсыпка. Они такие красивые и милые. Хорошо, ты готова увидеть следующий этап? Вот так. А сейчас маленькое кольцо. Вау, глазурь покрыла всю поверхность.
почему бы тебе не открыть свое блюдо? Эй, у меня тоже пончик. И все? Просто маленький пончик? Так нечестно. Ладно, тут тоже есть варианты. У меня есть бусины и недоеденная шоколадка. Может, мне удастся что-то сделать? Сожму ее, чтобы она растаяла. Что ж, а теперь бусинки. По крайней мере, шоколад вкусный. Мой пончик должен быть круче. Нужно что-то еще. Бенгальский огонь. Эй, смотри, что у меня есть. Ух ты, это будет супер. Сейчас зажжем. Спасибо, выглядит просто отпад. На здоровье. Ладно, задую этот огонь. Что? Не получается. О нет, о нет. Ему нужна помощь. Я спасу тебя, Джейк. Воу, ты чуть в меня не попала. Поэтому выигрывает она. Ваше следующее задание – нарисовать единорога. Да, я люблю единорогов. Это ведь как лошадь, да? Я не умею рисовать животных. Пс. Что? Зацените-ка. Сколько денег? И они ваши, если нарисуете мне единорога. Сара, я разочарована. Нет, рисуй сама. Как скажете. Я проиграю этот раунд. Не слишком ли драматично? У меня есть отличный лайфхак. Положу ладонь на бумагу и обведу контур. А теперь детали. Это супер простой способ нарисовать единорога. Добавим разных цветов. Розовый подойдет идеально. Ах, как мило! Покрасим ему рог. Так быстро получилось! Все готово. А, только поглядите! Чему ты так радуешься? Это подкинуло мне идею. Можно скопировать работу Молли. Но мой единорог будет богатым. Из этого выйдет отличный рог. Хорошее искусство стоит денег. Ну, как вам? Серьезно, это копия моего рисунка. Нет, мой стоит дороже. Мисс, вы с нами? О, надо же, чудесно. Вы обе хорошо постарались. Я настоящий художник. Ладно, уступлю тебе в этот раз. Упс. Что же дальше? Та-да! Взбитые сливки. Эй, мне нужна помощь. Сделайте из этого что-нибудь съедобное. Спасибо большое. Хорошо ей. И что мне с этим делать? Да я же так дома постоянно делаю. И чай – это недорого. Сначала молоко. А затем черный чай. Классный карамельный оттенок. А сверху вкусняшка. Ну, красота же, да? Может, добавить шоколад? Но печенье дешевле. Лучше сахар. По такой-то цене. Мне уже сладко. Капелька для цвета. Смотрится уже хорошо. Вау, красота! И вот наш финал – посыпка. С ней правда повеселее? Где-то мое. Ваш коктейль, мисс. Вау! Неплохо для домашнего. Ничего, если я возьму. Хорошо, что там еще осталось. Вау! Может, хватит, Минди? Пена уже выше тебя. О, мой шедевр! О-оу, вишенка слишком тяжелая. О-о-о! Этого я не ожидала. Еще и прическу испортила. Взгляни, все просто ужасно. Да. Несите вкусняшки. Сложно перед вишенкой устоять. Но, думаю, напиток тут основное. Сойдет. Тут без трубочки не обойтись. Посмотрим. О, да, это победитель.
Да, ей понравилось. Я так и знала. Красота искусства в том, что каждый находит в нем что-то свое. Как по-вашему, у кого получился шедевр? У Мэтью или у Стейси? Дайте знать в комментариях. Не забудьте поделиться видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новинок.